Итак, всем привет! С вами Хуториальный выходного дня. Сегодня не совсем обычное видео. Сегодня у моей очень хорошей знакомой Ирены день имени. У латышей есть такой праздник. Он отмечается, в принципе, как и день рождения. То есть этот день имени очень, то есть равнозначен дню рождения. Поэтому я хочу поздравить, Ирена, тебя с днем имени. Я думал, как тебя поздравить, и я вот решил поставить два видео с Вилянского фестиваля, где мы с тобой познакомились. И хочу тебе пожелать здоровья, и чтоб еще мы вместе сыграли. Надо сказать, что в этом году Ирине исполнится 84 года, но этот человек полон сил, энергии. Несмотря на все свои болячки, она всегда едет на любые фестивали, всегда с гармошкой. Она может при давлении 200 играть 2 часа ночи на сцене. То есть это человек, на которого смотришь и хочется самому жить. Вот. Я очень рад, что мы, Ирена, с тобой познакомились. Очень приятно. Мы с тобой подружились. Я счастлив, что у меня есть такая, драудзиня, как ты. Вот такое сегодня вышло видео. Еще раз, Ирена, тебя поздравляю с днем имени. Здоровья, береги себя. И мы еще сыграем. Всем пока.